Интернет-компания Google начала переговоры с ведущими мировыми автопроизводителями, а также собрала команду поставщиков традиционных и специализированных деталей. Ее цель – поставить на рынок свои самоуправляемые автомобили уже к 2020 году. Об этом в среду объявил глава компании. За последнее столетие мы получили много уроков, добытых непростой ценой. Если мы просто придем и скажем, что умеем делать автомобили лучше профессионалов, то это будет очень самонадеянно. Мы хотим использовать наши конкретные знания и опыт в компьютерной науке, чтобы совместить их с опытом Детройта и других мировых автомобильных центров. В скором времени Google планирует создать целый парк полностью функциональных прототипов. Эти автомобили будут оснащены такими привычными деталями, как руль и педали тормоза и газа. Кроме того, во время тестовых испытаний на месте водителя будут сидеть люди. Однако действовать они будут только в непредвиденных ситуациях. В остальное же время автомобиль сможет выполнять все функции по вождению самостоятельно. Мы не знаем, что в итоге у нас получится, но мы очень воодушевлены этой технологией и тем, что она может привнести фундаментальные изменения в метод сегодняшнего использования автомобилей. Разработчики говорят, что в первую очередь создают самоуправляемые автомобили для слепых и людей с другими формами инвалидности, которые не могут водить авто самостоятельно.